Грабители ворвались в здание банка с оружием, но скрыться с места преступления им не удалось. Их задержала неизвестная группа людей в масках. Слышали про этих народных мстителей? У меня двоюродный брат их в Краснодаре собирал. Кого собирал? Ну они ж киборги. Путин сейчас тех живых ментов выгоняет, заменяет электроникой. Не знали, да? Значит, теперь народные мстители. Вот, и Бобровы всегда мечтали об этом. Согласны ли вы, Светлана, взять в мужья этого молодого человека? Согласна. А вы, Олег, не подскажете, как на набережную пройти? Повторите еще раз вопрос. Как на набережную пройти? Вот там. Не только на ваш дом попал метеорит. Смотрите! Мы окончательно все поняли, когда Данчик открыл свой дар. Ты выйдешь за меня? Ну, разумеется. Данила, парень мощный. С большим таким размахом. Светка же скрыться от этого размаха. Нам не о чем разговаривать. Ты думаешь, вот так-то можно пропасть и жить с каким-то электролокзиком? А что такое спереди вот этот болтает? Это плащ. Че, мы обязаны тупо копировать этих америкосов? Должна же быть в этом хоть какая-то самобытность. Главный вор в городе. Мы положим этому конец. Конечно, положим. Народные мстители? Ты живая? Или киборг? Тебя в Краснодаре делали? В Геленджике ее делали на городском пляже. Мы Бобровы. Мы семья. Пенсионера так просто не убьешь. Он на 7 тысяч выживает.